Всем привет, уважаемые друзья, это Эко, одиночный режим, выживание, вторая часть, и хочу сказать, что это вторая попытка переписать, что именно, тут самая часть, в которой я уже немножко разлился, там немножко вперед, там взял лопату, собрал, ну я сейчас все покажу и расскажу, когда загрузимся. Да. Сейчас погрузимся. Как я и сказал, да, ребят, это просто второй раз переписываю эту часть. Из-за того, что сначала я так поиграл, я думал, там это, проверил. Вам только меня видно, а всю игру не было, не видно. Чё на экран. Вот. Вот, как вы видите, я в землю собрался с этого локации. Тон же в этой части это проверил, вот я здесь все собрал и заложил все, и я сейчас крапчу два маленьких склада плюс всего какой-то типа косить косу, да, делаю. Вот у меня теперь лопата здесь и каменный молоток. Вот, и поэтому так получилось. Я записался, там побывал. Единственное, что я тогда проверил, реально мой персонаж умеет плавать. Здесь бобер. Вот видите, мы плаваем. Но ничего не делаем, практически собирать там внизу не сможем. Так. Можно как угодно ходить, но просто... Я думаю, некоторые согласятся на такое. Да, дополнительный склад я ставлю. Вот так вот. Все, у меня теперь два склада, у меня теперь больше мест. Так, теперь у меня вот этот верстак, у меня сейчас на складе, там, он готов инструмент. Вот он. Это, наверное, для земли, которая. Так. А для чего дает? Используется для подготовки почвы. Высокие растения, да, вот. Типа урожай, типа можно выращивать. Но это можно только там, где есть земля. Чуть-чуть возьмем земли. Пересыпем. Да. И вот сюда обратно пересыпем.
Пригодится. Так. Сейчас будем здесь сажать огород свой сосновый. Я там просто побегал, да, там вообще просто жесть там было все. Так, у меня здесь склад. Они должны объединяться. Так, где у меня тут семена? Вот. Семечки кукурузы, вот они. Так. Это что у нас? Тоже семечки такие-то. Семечки помидора, во. И тыквы. Так, и помидоры. Все, посадили. У себя обеспечиваем себя еды. Только там, по-моему, потребуется потом воды. Так. Разрешение. А, это поздно, типа разрешение для других. Склад у нас пока достаточно, я пока думаю. Я туда посадил семечки же. Все, есть что-нибудь там у нас. Керосина не хватает. Можно заказать вот эту. Так, факел. Они всегда все делается через 30 секунд. Им действительно здесь не нужны воды. Недостаточно это недостаточно созрело. Нечего собирать. Во, все, посадили. Кукурузу, все, посадили. Сейчас, секундочку. Так, у нас. Один вот это стоит у нас такое устройство, да? А здесь только камень мне нужен, блин. А как я тебе вот сделаю, дружок? Костер нужен для того, чтобы готовить еду. Жарить там типа мясо. Так. Отлично. Потом сюда перекладывать будем. Так. Что еще хотел-то я? Я уже забыл, чего хотел-то.
Так, у нас урожай растет, я голоден, скушаю пар, да, вот так, все, это у нас. Это типа приправа, типа готовить можно так съесть, ну пусть будет, пригодится. Так, продолжаем. Да, у нас не такой уж, конечно, большой, там все такое. Кажется, здесь надо выровнять землю. Я думаю, что землю надо выровнять. Да, вот так. Ой-ой-ой. Немножко не в ту сторону. Это я как типа беру со склада и пересыпываю таким образом. Все, я выровнял. Конечно, у нас не так уж много. Мой инструмент ломается, так что надо еще их чинить. Так, пойду дальше собирать ресурсы, все необходимо, пока там у нас урожай растет. Еды. Нормально. Можно еще там потреблять больше. Вот теперь первый раз у нас теперь пошло как типа фермерство. О! Есть! Вот что я еще это. Да, свеклу можно посадить. Почему бы нет? Посадим. Сколько нам дали? А, мы получили 3, чтобы съесть. А, для того, чтобы посадить, дают 2 штуки. Сюда можно еще одну куда-нибудь и еще вот сюда получается еще 2. Ну, можно съесть, да, в принципе я посадил запасные свеклы. Да, здесь на русском языке можно играть и также на других языках. Нам нужны еще эти, как его собирать. Мы рис взяли. Семена риса. Скоро у нас и каша будет. Хе-хе-хе. Скоро из риса мы сделаем кашу. Это по-нашему, по-русски. Значит, север для русских. Шучу, конечно. Практически все едят рис. Мира. Не только мои единственные по национальности. Но, если честно, едят абсолютно все люди. Кушают абсолютно все. Потому что мы живые. И язык тут ни при чем. Также ни при чем в этот, как это называется. Да, языки и по национальности. Главное, что ты человек.
Лавина! Рубили все. Надо все листаки просто создать, он стоять. Рюкзак у меня не помещается. Нечего достаточно собрать. А, я понял. Чего он гонит? Ничего не созрело, поэтому собрать нельзя. Овсяк. Скоро сделаю лук. И сделай сюда все необходимо. Но нам нужны больше всего, чего больше всего нам нужно, это камни. А где я тебе достану камни? Нужны и собирай, как говорится. Это грани. Это земля, дерево и так далее. Немножко освободили место с вкладом. Это запасные, типа. Я сделал специально. Так, а что я еще собирался? А, да, собрать еще побольше раз. Еды немножко. Ну, здесь только типа чатика, все описание нашей действия. Она вообще тут ни при чем, не нужна, то есть. Так, ресина я там оставил, это я знаю, не переживать. У меня сейчас просто другие планы. Сами понимаете, в принципе. Можешь идти куда угодно, как хочешь, куда я ради бога. Это, конечно, круто, но с другой стороны, не могу разобраться. Если что, ребят, если только вы заметили, что да, я камеру поставил таким образом, чтобы было удобно. Так, я что-то пропустил, я там сейчас видел метку. Нечего собирать, я понял. Еще запаса. Я все для себя как типа обеспечиваю. Ну, почему я так написал, то есть название одиночное, это потому что я пока первый раз играю один. Играю. Естественно, полностью один. Там можно типа сделать, чтобы могли присоединиться, только если выбираешь, сколько человек будет играть в этом смартфоне. Заключается.
Вот теперь я могу плавать под водой. Только в некоторых местах. Короче, мы единственное, что мы живем, в обитаемом острове. Да. Потому что мы плавать-то можем. Куда угодно. Куда хотим. Единственное, что умереть здесь тоже можно, но у нас здесь играет только вот эта часть. Как его называется? Вот то, что между мини, типа 20% голод и наше состояние полностью. Типа голод, жажда и здоровье. Красный это здоровье, зеленый это у нас голод, желтый это... То есть нет, желтый это голод, зеленый это жажда. А питаюсь я через помидоров. Потому что еще плюс и еще дает воды. Типа попить. Не как бы, а как она и есть. Серьезно? Я туда не полезу. Опасно, наверное. Видите, пар идет. Это и яйца на температуру. Да, здесь и правда можно и рыбачить. Нас все животные боятся. Подожди, это случайно не один тот же? Да, это один тот же, я беру абсолютно все. Я не вижу камней. Вообще не вижу. Или просто у меня просто так получилось, так что меня закинули. Ибо я просто не туда иду, чтобы находить их. Но зато я еще вот 13 вулканов собрал. Для создавания как раз лука. Я понимаю, что я выбросил их, но... Мне сейчас просто другие ресурсы нужны собрать.
Вот что я посадил. Отлично, давайте и здесь продолжим. Так, я посадил еще семена. Какие у меня еще есть семена? Вот это я не знаю, для чего это такое. То, что я собрал семена. Это часть какой-то еды. А, наверное, тот самый, который, чем мне нужны была этот. Так, у меня еще два места, да, получается? Давайте тогда полностью вот так и ангредим. Все. Все, у меня теперь чисто фермерское поле. Что-нибудь еще есть? Посадить. Вот это, по-моему, есть. 29, да? А это у нас для чего? Отлично. Почему бы нет? Больше ресурсов будет. А, на две штуки не хватило. Фактически я все посадил, ребят. Круто, да? Весь урожай практически. Так, мне надо покушать. Я не собирался забрать. И вот так немножко. Ну все. Ну что ж, друзья, я эту серию заканчиваю. Немножко таким образом мы пособирали ресурсы. Ну, конечно, у нас еще свободных местах есть. Ферму что уже занялись. Так. Это у нас, чтобы не мешало то, что он здесь растет.
у нас неровно. Здесь у нас и полностью у нас получилось фермерство. Конечно, можно так сказать, вот эта часть неровная, да, вот играет вот эта часть край. Это, в принципе, не специально. Ну что ж, это была игра Echo. Одиночный режим. Если понравилось, то ставим лайки. Да. И подписываемся. Ну, насчет кооператив пока что я делать не буду, потому что не то, что не будет его, да. Наверное, будет только на новом канале. Наверное, не в этом. Вот. Это была Echo. Одиночная игра. Вторая часть. Причем переписанная. Я просто второй раз переписал. Всем спасибо, всем пока.